Музей у нас не работал в связи с переездом из старого корпуса в новый и реконструкцией 15 лет. На седьмом этаже у нас три музея, в том числе палеонтологический музей, музей Пермской системы, уникальный музей. Все три музея последовательно реконструировались. Мы были последними в этой очереди, поэтому у нас еще продолжается реконструкция. Но эту экспозицию мы уже собираемся через неделю открывать. Мы готовимся к этому торжественному и знаменательному для нас событию. Вот то, что мы сейчас находимся вот здесь, это, по сути дела, рабочая студенческая аудитория. Здесь студенты должны смотреть разнообразие горных пород, минералов, изучать их и учиться диагностировать. Естественно, студенты здесь будут. Официальное открытие, оно будет сначала закрытая часть, потом нам обещали прийти на экскурсию интересующиеся, сильно интересующиеся товарищи.